5 гранат и 2 гранатомета изъяли на Украине. У кого бы вы думали? У священника. Батюшка пытался вывести их из так называемой зоны АТО. Сотрудники ДПС Донецкой области остановили непримечательный с виду «Опель». Там, кроме водителя, ехали 2 пассажира. Один из них и вез оружие в черном рюкзаке. Боеприпасы у священника изъяли. Он пытался объяснить, что в зоне АТО находился 2 недели. Теперь вот возвращается на попутках домой. Якобы гранаты везет в качестве сувениров и подарков. Собирается с их помощью глушить рыбу в речке. Правда, теперь батюшка может отправиться не на рыбалку, а в тюрьму. По данному факту изъятия предусмотрена санкция статьи 263 Уголовного кодекса Украины, которая влечет наказание от 3 до 7 лет лишения свободы. Образ, так скажем, священников, плохих парней, конечно, встречается не только в жизни, но и в поп-культуре. Например, сериал «Пастырь», который вышел совсем недавно. По его сюжету бывший закоренелый преступник решает стать на путь истины, что называется, и становится священником в глухом техасском городишке. Городок оказывается очень проблемным. Жители, народ там своеобразный. Ну и пришлось ему приучать свою паству к добру довольно своеобразными способами, иногда даже с оружием в руках. Ты сделал ему больно. Уже о другом крутом священнике идет речь в комиксе «Инок» российского издательства «Бабл». По сюжету отец Андрей Радов обладает мистической силой, умеет путешествовать во времени и пространстве. Это, конечно, существенно помогает ему в борьбе с бесовскими силами. Они разбегаются в страхе только при одном упоминании имени грозного священника.